По федеральной программе курорт получил 3 машины. 2 из них в конце 2016 года и одна пришла буквально на прошлой неделе. Это автомобили класса «Б» на базе «Газель Бизнес». Они оснащены всем современным оборудованием, которое необходимо для работы как врачебных, так и фельдшерских бригад. Кроме того, в прошлом году за счет средств краевого бюджета анапским медикам в помощь пришли 2 автомобиля на базе «Газель Next» и еще 2 машины «Соболь». В салоне каждой также есть все необходимое для оказания скорой медицинской помощи. В рамках выполнения поручения мэра города развивать медицину на селе, большая часть машин направлена в сельские округа. Сейчас все автомобили фактически уже в работе. Мы поменяли старые автомобили на станциях поселка Виноградного, Витязева, поселка Супсех и Юровки. Также несколько автомобилей работают на центральной станции. 7 новых автомобилей, конечно, помогут нам справиться с работой, особенно в курортный сезон. Новая машина, которую мы получили на той неделе, будет поставлена для работы в педиатрической бригаде. И я думаю, что это поможет нам справиться с курортным сезоном. Всего Анапу и района обслуживают 21 карета и 16 бригад скорой помощи. Медики говорят, что в межсезонье этого вполне достаточно, а вот на летний период количество бригад увеличивается.